Отак, фонтанчик прямо в центре торгового центра. Стульчики для родителей, чтобы они могли сидеть, пока дети будут купаться. И целый день он работает, целый день напролет. А с этой стороны магазин Лалин. И сейчас у нас акция 3 плюс 3. На весь магазин до 30 июня. Это, наверное, продолжается. Это ранее шибуса. Походу уже засниму вам магазин Урбаника. Он у нас считается магазин относительно дешевой одежды. Ну, тут, правда, надо искать размеры, если вам подходят фасончики и так далее. Но от аксессуаров до одежды здесь можно найти всякие вещички, вьетнамки, там, кофточки, маечки. Девочки, этот ролик запрос от Алины насчет самой бюджетной израильской косметики. Называется у нас эта фирма Beauty Care. Сейчас мы зайдем вовнутрь и вам все покажу. Там, ну, где-то начиная от доллара, цены и выше. Здесь как есть аксессуары, как и декоративная косметика, как и уход и всякая всячина. Значит, что-то вам буду снимать со звуком. Тут даже есть ароматы. Краска для волос. Краска для волос с аммиаком и без аммиака. То есть на воде или на аммиаке. Сейчас мы зайдем и все посмотрим. У нас появились новинки. Интересно. Жидкая помада, матовая. Хорошо зашла, девочка. Знаешь, что здесь продается? Два раза не видно цветов. И еще одни новинки. Прикольненько. Но это уже, как сказать, да? Сатиновая помада. Средство в салфеточках для снятия косметики с губ. За 2,90. Интересно, почему вот эти помадки? Сейчас я выясню. Эти по 7,50 помады. Здесь еще вот такие новые матовые пришли. Упс, это румяна. Румяна. Консилеры разных видов. Раньше не только это. Праймеры. Здесь, девочки, вам видно цены. Крем-пудра. Рассыпчатая пудра. Консилеры. Бронзеры, тоналки, пудры. Румяна. Бронзеры. Тени обложки. Рассыпчатые тени. Вот разные палетки. Айлайнеры. Тушь. Есть такие мини-палеточки. А это для снятия макияжа с глаз. 30 штучек, 2,90. Есть отдельно для губ, а есть отдельно для глаз. Интересно, как они работают. Для ногтей. Укрепители, закрепители. Лаки. Это тестер. Все можно попробовать, кстати говоря. Для снятия ацетон, для снятия макияжа. Ой, лака с ногтей. И вот все лаки, целый стенд, все лаки. По 4,50. 1 евро где-то. Секс-пары для ногтей. Пилочки, щипчики. Для узоров для ногтей. Девочки, все стоит 3 шекеля, 4 шекеля. Щипчики для бровей,
для чистки этих кисточек, спонжики, накладные магнитные ресницы, кисти, кисти для макияжа от 3 шекелей до самой дорогая, я вижу за 12, нет, за 14, косметички разных вариантов, расчесочки, бигуди, мочалочки. И вот и начинается, девочки, парфюмерия. Мужская, дезодоранты, все для покраски волос, все для ног. Котя, ничего не трогай, пожалуйста. Женская парфюмерия. Все для снятия волос. Крема. Сейчас вот посмотрим на крема. Тоник за 9,90, мыло для лица 9,90, молочко для лица 9,90. Вот вам разные маски. Крема по 17 шекелей. Маски также. Крема для рук по 6,90. 5,90. Шампунь за 8,50. Мочалочки красивые. Это моя любовь, девочки. Это умывалка, скраб для лица, но можно как и для тела. Здесь очень мелкая такая скорбинка. Очень классная вещь. Мыльца разные. С алоэ вера, с грязью Черного моря, гранатом по 5,90. Крема для тела. Для тела 8 шекелей, для рук 5. Еще одна красивая такая серия. Для снятия волос, опять же, парфюмированные водички. Давайте посмотрим еще краску для волос. Вот вам пенки для волос, масло для волос, что у нас этот гель для волос, лак для волос, масла и краски. Краска без аммиака 4,90, краска с аммиаком 9,90. Смотрите, какой есть выбор. Шикарный для любителей. Матовые помады, я думаю, они сейчас подсохнут и схватятся. А это новые румяна по 7,90. Сейчас я еще выйду на свет и вам все здесь сниму, это на солнышке. Вот я вышла на солнце. Девочки, это матовые все помады. А вот это с коричневой начинаются новые кремовые. А также вот румяшки. Это только те, что я попробовала. Конечно, есть реклама их в Фейсбуке, в Инстаграм. Можно зайти, посмотреть. Можно также зайти на сайт beautycare.com или beautycare.co.il. Надо будет теперь проверить точный адрес. В каждом городе у нас также есть магазин Суперфарм, а также и не один он, и бывает по два, по три, у нас в городе минимум три. И там тоже бывают хорошие скидки на продукты более дорогие, тоже изготовленные в Израиле. Вот вам наш израильский шампунь за 20 шекелей. Сколько здесь интересно миллилитров? 600. 600 миллилитров, есть разные виды. Вот. Я уже как-то его показывала. Style по 30 шекелей, но это дороговато. Вот вам, пожалуйста, моя любовь. Мой израильский любимый шампунь для волос 700 миллилитров, и сейчас он за 7,90 всего лишь. 11,90 это тоже как бы скидка, но вот за 7,90 можно его спокойненько, приспокойненько купить. Также есть кондиционеры, есть для нормальных волос, есть для разных типов волос, вот они все. Вот еще одна фирма израильская, Кеф. Сейчас можно приобрести за 10 шекелей. И сколько здесь у нас? Также 700 миллилитров. Также для разных видов волос, плюс кондиционеры. То есть выбор, как вы видите, огроменный. Вот даже Head and Shoulders был 26, стало 19,90. Но это, по-моему, маленькая бутылочка. А нет, тоже 600 миллилитров, пожалуйста. А еще мне очень полюбился вот этот вот мыло-пилинг. Здесь 750 миллилитров, тоже наша израильская фирма Life. Вот я пробовала этот апельсин. Есть еще роза, это что у нас, лаванда и с орешками, да? А, зеленый чай и мента. Надо попробовать еще другие виды. Вот этот обалденный, реально обалденный. Но также я его покупала по скидке. Всегда можно подождать скидку.
Еще одно мыло фирмы Family. Целый литр за 10 шекелей. Пожалуйста, ваниль, лаванда. На любителя. Еще один шампунь Пинок. Также по 10 шекелей. Сколько у нас здесь? Тоже 700 мл. Все большие бутылки по 10 шекелей для разных типов волос и также кондиционеры. Девочки, Сабон. Классная израильская, не бюджетная фирма. Вообще не бюджетная. Хотя сейчас пишут 40-60% скидка на второй продукт. С крайней мере. Не вижу я ни запаха этого рончика, ни этого вот. 139 шекелей наборчики вот есть. Какие хотите. Вот это самое классное. Второй по бюджетности магазин Сакара. Девочки, я его люблю чуть меньше, потому что здесь цены чуть-чуть выше, это раз. А во-вторых, здесь есть косметика, у меня такой странный немножечко запах. Поэтому, то есть, на любителя. Те, кто не ощущает этот запах, таким классно. Сейчас мы зайдем, посмотрим ассортимент. Кисточки здесь уже за 19 шекелей. Также гель-лак есть по 19,90. Все для ногтей. Вот видите, цены чуть-чуть выше. Расчесочки, заколочки. Ну давайте перейдем на вот эту сторону. О, сейчас распродажа на помаду. 2 на 20. Это такой самый дешевый вариант. Вот есть помады по 12. Сейчас скидки. Карандашики по 9,90, а есть по 3,90, которые точатся. Тени тоже от 5 до 9 палеточки. Ничего не напоминает у нас соседи Беверли Хиллз. Для бровей, контуринг, карандаши. Это что такое интересное? А, тушь. Цветные туши. 19 шекелей. И 120. Также имеются ароматы. Вот лаки 3 на 10, девочки. Любых видов и красоты. Бронзеры, хайлайтеры. Так, а где цены? 8,90. 8,90. Вот это вот 14,90. Еще такие румяшки, тоналки, бронзеры. Все приблизительно по 9 шекелей, есть по 12. Контуринг. Опять приходим консилеры, есть жидкие консилеры. Вот 5-9 шекелей. Вот распродажа за 39,90. Это айлайнеры, вот тоналки. По 30 шекелей. Серум 39. Эти лаки с эффектом гель-лака, на них очень редко бывает скидка. Линейка для тела по 8, от 4 до 9 шекелей. Крема, руки, ноги, тело. А также здесь есть и продукты мертвого моря. Мужская линейка, краска для волос и это все мертвое море. Это возьму, а потом забыть. Карандашики шелковые, матовые. Вот их протез, это даже если один такой, просто дает блеск. Очень симпатичные. Вот, вот первый и третий. Полупрозрачный. Где они матовые, я не поняла, правда. Очень симпатичные. Карандашики полно разных цветов. Девочки, третий магазин по бюджетности – это Wow. Сейчас мы в него зайдем. Там есть куча подделок. Как будто бы Анастасия Беверли Хиллз, как будто бы The Balm. Вот, но там есть и более дешевые вещи. Сейчас мы зайдем, туда все посмотрим. Тут тоже есть продукция Мертвого моря. Крема, маски по 10, серумы тоже 10.
мыться. Кстати говоря, здесь есть маски Мерка Моря по 10 тоже. Маски Гарниер по 13. Куча разных тоже аксессуаров. Очень красивый такой магазинчик. Краска для волос, кого интересует. Щеточки разные. Более профессиональная линейка типа для волос, окраски, фены, пилочки. Кстати говоря, девочке нравится вот эта пилочка, где она тут дырочку, которая идет. Классная вещичка для тех, кто любит всякие штучки одноразовые. Дезодорантики разные, шампуни. Все маленькое для дорогу. Кстати говоря, удобные вещи тут есть. Для тех, кто едет, маленькая мицеллярка, маленькие гелики. Тенюшки, девочки, 1+1, помадки. Это похоже на что-то он напоминает. Вот разная косметика, но у них так на доску. Вот еще знакомый продукт. Вот еще типа Офра. Есть такой помадки по 15 шекелей. Это тоже мне напоминает помады с Алиэкспресс. На центральной остановке открылся магазин новый. Сейчас пойдем посмотрим, что тут есть. Забыла раньше сказать, что у нас от Мертвого моря есть фирмы, которые дешевые. H&B, C&B, а вот у нас еще есть фарма. Кстати говоря, вот вам крем для глаз, 21 шекель тут. Это что у нас? Гранатовый крем для лица. Это серум глаз против морщин. А это увлажняющий серум. Вот еще есть коллагеновый крем против коллагеновый крем и против морщин крем. Вот они тоже по 21 шекель, недорого, кстати говоря. Опа, маска грязевая по 21. Вот такая маска грязевая. Питательный крем для рук, даже написано по-русски. А тут что у нас? Крем для ног и... тоники. Кстати говоря, тоник у меня, по-моему, у меня такой дома тоник есть. Кстати говоря, девочки, неплохой совершенно. А вот эти крема надо посмотреть, кстати говоря, интенсивные, против морщин, всего по 21 шекель. 50 мл всего за 21 шекель. Классно. Против старения крем. Круто. Написаны от 20 до 50 лет, от 30 до 40 лет. А тут от 45 и выше лет. Прикольно. Но вот этих вот баночек еще нету в продаже. Новый бальзам для губ с малинкой. Прикольненько.